Все то, что мы планировали сделать в храме, мы сделали. Осталось лишь одно дело – искупаться в великой реке Тунгабхадри. Пойдемте, друзья, искупаемся в Тунгабхадри вместе. Ну что, искупаемся в священных водах-то? Пойдемте! Ну все, покупались в Тунгабхадри. Было весело, прикольно. Сейчас вернемся домой, примем душ и будем готовиться к нашему автобусу. А теперь не теряем ни минут. А сейчас мы хотели бы вам рассказать, кто это все время нас снимал в Хампи, кто с нами ездил, кто снимал эти виды, пока мы шли на горы. Это была